20, 8 рывков. И подтягивание будет 15 килограмм. Семь. Еще один раз. 8. Отлично. Подтягивание теперь 9, да? А, 9 через тройку, да. Было 12, теперь 9. И потом останется 6 на 20 килограмм. Подтягивание. И 7 рывков. И комплекс будет закончен. 7.15. Время просто летит. Как и вся жизнь. Подтягивание 15 килограммами. Понедельник. Давай. Восемь 15 прошло. Хорошо. Молодец. 8.45. И осталось у нас 7 рывков. Хорошо. Терпим, терпим, терпим. Девять 33. И осталось подтягиваний 6. Попробуйте повторить, друзья, и сделать быстрее. Я не думаю, что у вас получится быстрее сделать такой комплекс. 43 килограмма рывок, напоминаю. Сейчас Виталик будет 20 килограмм делать подтягивания. Последний подход 6 раз. 10 минут ровно. Виталий Рудаковский покажет вам класс. 6 подтягиваний. Поддерживаем, друзья, все. Раз. Давай, Виталя. 2. Молодец. Терпеть. 3. Делай по двойке или по единице. Делай по единице. Посидел и дальше. 10.35. Мощнейший корпус. Мощнейший комплекс. Вообще бомба. 10.45. Время просто летит. Виталий сейчас покажет вам. Раз. Молодец. Пошел. 2. Давай последний. 11 минут. 3. 11.04.44. Попробуйте, друзья, повторить этот комплекс. Это очень сложный комплекс. Комплекс так и назовем. Тарзан. Ты еще рвать будешь? 6 рывков. Еще 6 рывков. Так я остановил время. Все, Тарзан. Виталя просто хотел вам показать, что у него еще есть порох в пороховницах. Спасибо тебе огромное за такой прекрасный комплекс «Тарзан».